нашем бреду. Звал меня то ли в ад, то ли в рай. Все просил, выбирай. Он обжег свои крылья в полете ко мне. Сохранил мою душу в священной зале. Равнодушие встречный глаз принимал за отказ. Он был добрым, он плакал, встречаясь со злом. Он хотел меня взять и укутать теплом. Я ж пред ним не открыла застывшую дверь. Я сказала ему: не теперь. Говорили потом, что он быстро старел. Что когда-то был бел, что из дома, где жил ангел мой, вышел черт чародейки, храм мой он исчез в темноте, но твердила молва, что тащил по земле он два белых крыла. И пред тем, как в ночи пропал, обернулся и захохотал. Ай-яй-яй!